Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Бравл Старс. И у нас сегодня новая офигенная битва. Нита против Шелли Ведьмы. Кто из них будет круче? Кто окажется сильнее? Читерская ульта Шелли или Медведь Ниты? Мы узнаем прямо сейчас. Ну а ссылочка на оригинал в описании. Приятного просмотра. И, кстати, ходят легенды, и подписчики пишут об этом в комментариях. Если прямо сейчас, за 3 секунды, поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, то тебе по-любому выпадет лего. Готов? Раз, два, три. Наши бойцы выходят на арену. Шелли Ведьма против Ниты. Это нереальная заруба, и я серьезно не знаю, кто из них победит, потому что я точно так же, как и вы, смотрю этот видосик первый раз. Итак, первый раунд начинается. Дальняя дистанция. Нита против Шелли, и я сразу ставлю на Ниту, ребят. Напишите в комментариях, за кого болели вы, потому что мне это реально интересно. Итак, Нита побеждает первый раунд. Ну, естественно, у Шелли большой разброс. А теперь в упор. Я думаю, что здесь победит Шелли. Нифига себе, а почему Нита первая начала атаковать? Даже несмотря на то, что Нита атаковала первой, Шелли в любом случае побеждает, потому что здесь нереально выиграть. Так, что происходит? И давай, давай, давай! Побеждает все равно Шелли. Побеждает в любом случае Шелли, потому что в упор у нее просто читерная ульта. И теперь перезарядка, перезарядка оружия. Я сразу скажу, что Нита здесь скорее всего выиграет, потому что у Ниты 3,5 секунды. Я, в принципе, это знаю, у нас уже были батлы, и Нита побеждала всех. У нее очень быстро заряжаются атаки. Здесь 4-4, да, практически на секунду, но Нита победила. Пока что 2-2. Итак, у кого быстрее заряжается супер, я сразу знаю, что здесь победа за Шелли. Блин, я реально болею за Ниту. Потому что вы посмотрите, 7 секунд она заряжала ульту. 7 секунд, Шелли знает на сколько сейчас за секунду. Просто за 0,9 секунды. В 7 раз дольше заряжала Нита. И теперь у нас с чего? С ульты? Кто быстрее зарядит? Офигеть, кто быстрее зарядит ульт с ульты? Сколько понадобилось? А времени сколько понадобилось? Зарядила. А сможет ли Шелли с ульты? Не зарядила. Типа смогла ли с ульты зарядить? Но здесь, конечно, да, слушай, здесь подыграно в сторону Медведя. Я думаю, что автор тоже болеет за Ниту, поэтому немножко подыграл. Итак, теперь у нас получается урон. У Ниты нифига себе. Сколько, за сколько секунд зарядит, получается, ульту? Массово, массово. 0,5 секунд и 1,3. Опять победа за Нита. 4,3? Неплохо, 4-3, это офигенно. Подождите, а почему 4-3? А, здесь 2-3 было, здесь побеждает Нита 3-3, да, здесь 4, все правильно. 4-3. А следующий батл, что у нас, подожди, а у Шелли 1,3 секунды. Все, я понял. Так, следующий батл у нас ульта. Сейчас кидают медведя. За сколько секунд зарядит медведь? Ну, да, здесь будет намного дольше, придется даже на видео ускорять. И это 8,1 секунду. Здесь просто 0,4. Просто один выстрел, просто один выстрел. Да, в чем-то Шелли лучше, в чем-то Нита лучше. Итак, кто больше выдержит? Ну, здесь понятно, кто больше выдержит. Выдержит Нита буквально на один удар. И, кстати, нужно прямо сейчас поставить лайк, если вы что-то не сделали. На 0,6 секунд выиграла Нита. Ребят, все лайки поставили? Серьезно, ставьте как можно больше лайкусиков. И за 3 удара снесла 8%. Ну, здесь по урону Шелли просто нет равных. Она снесла 14% за те же 3 удара в упор. На расстоянии было по-другому. Так, кто больше нанесет у нас... у Мишки дали 5 секунд. 5 секунд дали медведю. А почему 5 секунд? А почему не 1 секунда? Так, теперь ульта Шелли. И сколько наносит? Немножко меньше. Я думаю, что здесь не совсем честно. А теперь кто больше урона нанесет за 15 секунд? Но я думаю, что Нита вряд ли здесь победит в любом случае. Хотя на долгой дистанции перезарядка на секунду. Да нет, нет, я не думаю, что будет такая вот прям разгромная разница. 30% снесла Нита. Так, а сколько снесет Шелли? Ну, смотри, она уже снесла больше. И еще один выстрел. 47%! 6-6, ребята, 6-6. Как бы ни было, так, дальность атаки. Дальность атаки у Шелли больше. У Шелли больше, я думаю, что скорость атаки у Шелли тоже будет больше. Сейчас посмотрим. Так, а кто больше нанесет урона в вышке? Ну-ка, смотрим, давай, Нита добегает. Раз, два и три удара. 3360 урона. Хорошо. Сняла 12% вышки. Смотрим, что делает Шелли. Ну,
Поменьше, 9% сняла. Ну, потому что в упор Шелли — это боец ближнего боя. Так, смотрим, Нита, ну, конечно, она сейчас и медведя вызовет. Медведь еще впитает в себя кучу миллионов урона. Смотри, просто 23% сняла вышки. Офигеть, 23%. Ну, Шелли здесь ничего не светит, сразу говорю. Шелли здесь ничего не светит. На пушку не действует атака толком. Поэтому здесь плюс поинт за Ниту. Да, 8-7 у нас начинается счет. Итак, кто быстрее? А вот с сундуками здесь, конечно, будет совсем другая история. Здесь Шелли должна просто выносить Ниту в пух и прах. Серьезно, как на расстоянии, так и вблизи. Главное, чтобы Шелли начинала стрелять не на расстоянии, а вот немножко подошла. И вот здесь делает два удара, и все. И все, 4,8 секунды. Да, здесь, конечно, Шелли победит. И у нас 8-8 счет. В упор у нас будет ситуация еще хуже. У Ниты, в принципе, будет секунд за 5, наверное. Да, у нас 5,5 секунд. Нита разбила ящик, а Шелли убьет буквально за 3 выстрела. Они у нас 9 силы. Да, оба 9 силы бойца. Не 10, не 8, 9 сила бойцов без пассивок. А теперь кто быстрее вынесет ящики? Здесь проблема в том, что у Шелли быстрее и больше, вернее, больше атака. Но Нита бьет сразу 4 ящика. В том-то и прикол. То есть она, получается, сейчас 8 ящиков, точнее 16 ящиков, вынесла за 11 секунд. Интересно, а если использовать ульту, то будет круче? Я думаю, что Шелли бы выиграла. Если с ультой она бахнет, снесет просто нафиг этот вот перегородку. И дальше будет фигачить. Да, конечно, Шелли тяжелее. Несмотря на то, что она больше бьет, убивать ей ящики сложнее, потому что Нита их пробивает насквозь своей атакой. Так, теперь, кто быстрее донесет мяч? А вот здесь интересно, я не знаю, кто быстрее, Нита или Шелли. Но, судя по тому, что происходит, они одинаково бегут. Они реально одинаково бегут? Да, они одинаково. Вот здесь было одинаково, здесь была ничья, я согласен. Они бежали именно одинаково. Так, какой быстрее атака? Я думаю, что у Шелли. И да, ребята, буквально на долю секунды Шелли атака быстрее дошла. А вот это интересно, а вот это реально интересно. 99 банок. Прикиньте, такая Нита выбегает из кустов, 99 банок и на вас, хоп, вот так вот 12 тысяч урона вам сразу нанесла. Жесть, 12 тысяч урона, это просто забей. Итак, босс, давай, за сколько секунд справится Нита? Мне интересно, будет ли он использовать эту рубрику вот именно с ультой? И посмотреть, насколько быстро справится Нита с медведем. За 26 секунд справилась Нита. Смотрим, что будет Шелли. Я думаю, что Шелли должна намного быстрее вынести. 23 тысячи урона с одной тычки. Ребят, 23 тысячи урона, мама не горюй. Я не знаю, если такую Шелли встретить, я бы просто с ума сошел. Это просто жесть. Практически в два раза быстрее. 13,6 секунд. Ага, значит, ульты мы не проверяем. Ну ладно, а 9,11 пока что побеждает у нас Шелли. Но вот в этом испытании победить Нита в любом случае. Посмотрите, что происходит. 7,6 секунд она вынесла всех роботов. За 7,6. Я думаю, что Шелли вынесет намного дольше. Примерно секунд, наверное, за 30. Да, я думаю, секунд за 30. Да, примерно 28-30 секунд будет все это делать Шелли. Смотрим. Да, 29,5 секунд. В принципе, я почти практически угадал. А вот теперь бы повторить это с ультой. Посмотрим. Так. Нита начинает заряжать, бросает медведя. Но я думаю, что у Ниты разница не сильно будет большая. А вот у Шелли будет колоссальная разница. Но догонит ли она Ниту? Ее 8 секунд. Сейчас посмотрим. Так, давай. Бах. Давай, заряжай ульт. Заряжай. Ну-ка, давай, пожалуйста. Не, она в любом случае не успевает. Не успевает обогнать Ниту. Она просто раскидала ультом. Раскидала. Да, 10 секунд. Но практически догнала. 11-11. Пока что ничья. Что теперь будет? А, кто больше урона нанесет? Ну, здесь, блин, серьезно. 8900. А сколько будет у Шелли? У Шелли будет 200. Ну да, у Шелли 200, это понятно. 12-11. Пока что. Побеждает у нас Нита. А вот теперь у нас бой с боссом. Ну-ка, смотрим. Защита башни. Нита не вынесла 10% босса уже. Смотрим. Какой будет итог? Сможет ли Нита сдержать полностью босса со своим количеством хп? По идее. Нет, не смогла сдержать. Босс все-таки наносит урон. А сейчас посмотрим, справится ли Шелли. И серьезно, ребят, если вы с какими-то испытаниями не согласны, какой счет вы бы дали? То есть за кого бы вы отдали победу? Возможно, где-то автор был неправ. То есть здесь такое тоже возможно.
Так, подошел босс, три удара есть. Шелли немножко держала, подобрала одну баночку. Так, ребят, подпишитесь, видите, написано, подписаться нужно. Так, смотрим, Шелли дефает, но и колокольчик нажать. Но опять же, ну хотя нет, она лучше задефала, чем Нита. И да, все-таки один удар сделал. Один удар сделал, и здесь победа за Шелли, тут единогласно, тут спору нет. А вот с медведем ситуация будет совершенно другая, потому что сейчас, во-первых, она набивает немножко себе урона. Когда дойдет до радиуса атаки вышки, вот тогда медведь покажет свою силу. Сейчас она вызывает медведя. Медведь дефает. Ну да, теперь, конечно, пушки. Пушки не нанесется ни один удар. Серьезно, смотрите, просто, да, Нита дефала. Медведь сейчас, конечно, погибнет, но погиб и босс. 20,8 секунд понадобилось Нити, чтобы вынести босса. И пушку не надамажили. Смотрим Шелли. Но Шелли должна справиться. Шелли должна справиться, Шелли должна подпустить босса к себе, откинуть потом его, когда бушка будет бить. Ближе, нужно ближе, еще ближе. Прям он близко к пушке. Теперь нужно делать выстрел по боссу. Вот так, откидываем. И давай, перфекто. Перфекто, за 23, серьезно? За 23 она победила? Офигеть, даже с медведем. Нита, получается, меньше наносит урона. Получается 13 поинтов? Или 14, подожди. Сейчас у нас было 12-12. 13-12, и все-таки Шелли одержала победу. Окей, Шелли победила, но с маленькой натяжечкой. С маленькой натяжечкой Шелли все-таки смогла победить. Небольшой разрыв. Не знаю, считаете ли вы правильным, неправильным. Ребят, напишите, за кого болели вы и кто должен был победить, по вашему мнению. На этом все, с вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения и всем покедов.